Председатель Национального союза писателей отмечает, что за отчетный период произошли положительные изменения. Согласно распоряжению главы государства, полностью погашена задолженность по коммунальным услугам и арендной плате в размере 1,5 миллиона сомов. Идет реконструкция здания, переданного в 2007 году Союзу писателей. Национальному союзу писателей в прошлом году было выделено 15 миллионов сомов. Ранее также в союзе для писателей, прозаиков и переводчиков были вручены премии по 100 тысяч сомов. Дипломы «Алтын калем» теперь носит статус национального. Также в настоящее время издаются книги лучших произведений кыргызских писателей, поэтов, переводы. Проводятся различные проекты, мастер-классы, чтобы поддержать творческих людей, особенно молодых писателей, и вдохновить их. В последнее время писателям уделяется особое внимание. Раньше здание Национального союза писателей они снимали в аренду. В прошлом году из государственного бюджета было выделено 15 миллионов сомов. В этом году планируется выделить 25 миллионов сомов. Это также стимулирует творческий потенциал писателей. Многие годы Национальному союзу писателей не уделялось должного внимания. Сейчас государство обращает особое внимание. Если это продолжится, писатели будут работать еще более усердно над поэзией и произведениями. В завершение заседания председателем Национального союза писателей был избран бывший министр образования и науки Канабек Иманалиев. Напомним, что в этом году исполняется 90 лет со дня создания Национального союза писателей. Сымбат Алмазова, Улукбек Азизбеков, УТРК, Чуй.